Здравствуйте, дорогие друзья, гости и подписчики канала Amazonian Dream. Буквально несколько дней назад я анонсировал, что сегодня определю счастливчиков новых обладателей некоторой моей рыбки. И вот, сейчас вы имеете возможность полюбоваться той рыбкой, которую мы в далее видео разыграем среди подписчиков канала. Как раз сейчас вы видите пару цитроновых цихлозом, которая как по заказу занялась преднеристовыми играми. И они, к сожалению, немного потрепали друг другу плавнички, но у цихлид без этого никак. А вот их малыши, которых мы сегодня тоже вместе с вами разыграем. Кстати, называть их малышами уже как-то даже язык не поворачивается. В то время, когда я снимал видео с условиями конкурса, они были сантиметров по 6-8. Ну а сейчас это уже полноценные подростки сантиметров по 15, с достаточно интересным окрасом. Друзья, хочу напомнить, что обладателем может стать любой зритель канала, выполнивший все условия конкурса. Но я должен внести некоторые поправки. Дело в том, что для получения этой рыбки вы должны проживать на территории Украины, быть подписаны на канал и главное, что я не озвучил в прошлом видео, ваш аквариум должен соответствовать всем условиям для содержания этой рыбы. Дальше я более детально расскажу обо всем. А сейчас позвольте вас познакомить с манагуанцем, владельца которого мы тоже сегодня вместе с вами определим рандомным способом. За время, которое было отведено для зрителей, чтобы выполнить все условия конкурса, этот парень изрядно подрос. И мне кажется, что в нем уже больше даже 20 сантиметров. Итак, если программа-рандомизатор выберет именно вас, вы должны будете связаться со мной не позднее 10 декабря этого года. И мы обсудим с вами все нюансы относительно транспортировки и получения этой рыбы. Если вдруг по каким-либо причинам вы не сможете получить эту рыбку, она будет выставлена на очередной розыгрыш среди подписчиков канала. Ну и наконец, кубинская цихлозома. Это небольшая цихлидка, которая не вырастает больше 20 сантиметров в аквариуме. Их у меня плавает 10 хвостиков, и сегодня мы разделим их между двумя обладателями. Так что не переключайтесь, возможно, именно вы сегодня станете счастливым обладателем этой прекрасной рыбки. Итак, я запускаю заставочку, и пока она крутится, делайте чаек, зовите друзей к экранам. А я желаю всем конкурсантам удачи. Поехали! Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В общем, сейчас мы займемся тем, что будем определять победителя в наших конкурсах. В начале видео я не сказал, что будет еще один розыгрыш, мелкой рыбы, то есть там скалярии, данио, барбусы и так далее, и так далее. Будет разыграно три приза с разводния моих друзей. В общем, для того, чтобы вы видели, что все происходит прозрачно, без, я буду, скажем, делать это видео без монтажа. Вот сейчас здесь в углу экрана появится ссылочка, то есть изображение из монитора моего компьютера. И, соответственно, когда уже я буду определять рандомным способом победителя, я увеличу эту картинку на весь экран. Что ж, давайте начнем с того, что, значит, поудаляем лишние комментарии из-под видео. Все это буду делать я прямо при вас, для того, чтобы вы видели, что все прозрачно. Так, значит, удаляем все лишние комментарии. Поехали. Вот лишний комментарий. Кстати, да, вот я комментарий Ани Тагиевой оставляю, друзья, потому что человек, значит, участвует в чате в Телеграме, и Танечка несколько раз пробовала оставить ссылку. Вот, пожалуйста, я вам покажу. Вот, она оставляла ссылку раз, вот второй раз, вот третий раз. Но почему-то из-за глюка в YouTube этот комментарий не отобразился под видео. Поэтому я просто попросил ее, чтобы она оставила комментарий без ссылки, для того, чтобы могла принять участие в розыгрыше. Значит, пила, ваш комментарий тоже удаляем.
Так, здесь у нас есть ссылочка, значит, я удаляю свой комментарий. И удаляем вот этот вот комментарий. Будет участвовать в розыгрыше только вот этот. Так, дальше поехали. Ссылки есть, есть, есть. Просто поставлю лайк. Удаляем. 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 Это тоже мы удаляем. О чем было это видео? Видео было о том, что сейчас мы разыграем среди людей рыбку. Так. Итого, так, здесь участвуем. Что-то не могу открыть ссылку. Ответ. В общем, ссылки нет. Удаляем тоже этот комментарий. Все, итого у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь участников. Еще раз посчитаем. Значит, раз участник, два участник, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь участников. Значит, среди вот этих восьми участников будет сейчас разыграно три приза с мелкой рыбкой для небольших аквариумов. Так, друзья, копируем ссылочку видео. Открываем рандомизатор. Вот, значит, я Tatet.ru рандомайзер. Вот такая, вот такой вот сайт. Вставляем сюда ссылочку. И поехали. Итак, первый победитель у нас Сашко Ukrainian. Комментарий: всем привет, Андрей Викторович. Вот моя ссылка. Саша, я вас поздравляю. Вы первый обладатель рыбки в свой аквариум. Поехали еще раз, друзья. Дмитрий Секретарев, второй призер по розыгрышу мелкой рыбки. Дмитрий, я вас искренне поздравляю. Итак, наконец, третий призер. Поехали. Александр Фомичев. Так, надо же, как раз рыбка, которую хочу докомплектовать жильцов своей банки. И ссылочка на страницу Facebook, где он сделал репост. Значит, друзья, все призеры этого конкурса прошу до 10 декабря связаться со мной в обязательном порядке для того, чтобы мы обсудили с вами все условия отправки и получения этой рыбки. Ну а я пускаю следующую заставочку, и мы приступим к розыгрышу крупной цихлиды. Ну что ж, друзья, давайте приступим к розыгрышу крупной рыбки, точнее рыбки покрупнее. Поехали. Вот бородатое чудо перед вами. Значит, опять же, начнем с того, что поудаляем все лишние комментарии. Значит, удачи в развитии канала, спасибо. Но вы в конкурсе не участвуете. Так, даже есть Эмиль Халилов. Я точно знаю, что вы не из Украины, поэтому я ваш комментарий удаляю. Хочу кого-нибудь не злого до 30 сантиметров к терегоплиту и багрусу. Ну, уважаемый Чемергес, я бы с удовольствием, но мне нужна конкретика, конкретно какую рыбку. Так, за 30 часов на 5 миль, извините, пожалуйста. Хочу пару цитроновых цихлозом, хочу малышей, смотрю давно, бла-бла-бла. Ну, в общем, хочу пару цитроновых цихлозом, будем отталкиваться от того, что этот человек будет участвовать в розыгрыше взрослой пары цитронов. Так, опять Эмиль. Хочу малышей мангуанских цихлозом. Оставляем. Добрый день. Хочу малышей мангуанских цихлозом. Удачи. Спасибо. Оставляем. Хочу пару цитроновых цихлозом. Оставляем. Хочу малышей мангуанцев. Оставляем. Добрый день. Хочу паровых цитронов. Оставляем. Хочу паровых цитронов. Оставляем. Так, малышей цитронов оставляем. Хочу пару цитроновых цихлозом. Оставляем. Оставляем. Мангуанцев оставляем. Так, стоп. Давайте, знаете, что мы сделаем? Мы отсортируем. Так, упорядочить.
Да, давайте вот так. Вот, значит так. Не прочь получить моногуанцев либо кубинцев. Но в нашем случае, я так понимаю, будет участвовать Алексей Капуста, будет участвовать в розыгрыше моногуанцев. Поехали дальше. Хочу пару цитронов. Хорошо. Здесь комментарий. Аква банка 400 литров. Окей. Так, Аква Козырь, Игорек, удаляем твой комментарий. Ну что, всем удачи. Я того же вам желаю, друзья, но комментарий этот я оставляю. Так, хочу пару цитронов, да слышь, буду рады, а не то, кто с иншей будет рады. Согласен, ваш комментарий оставляем. И вы будете участвовать. Так, хочу пару малышей для сыночка. Пару малышей кого, прошу прощения. Я с радостью бы оставил ваш комментарий в розыгрыше, но пару малышей кого? Поэтому извините, но комментарий удаляю. Так, значит, вот Биотоп СВ написал три комментария. Первый. Хочу подростков кубинской цихлозомы, хочу малышей моногуанской цихлозомы, хочу пару цитроновых цихлозом. Значит, смотрите, оставляю только первый комментарий, потому как я предупреждал, что все лишние комментарии будут удалены, чтобы люди не флудили, поэтому два следующих я удаляю, оставляю только розыгрыши кубинцев. Так, малька кубинцев хочу, оставляем. Андрей, привет, хочу пару кубинцев, не вопрос. Добрый вечер, очень хочу цихлу Келбери. Вы знаете, да, хотеть не вредно. Так, хочу малышей цитроновых цихлозом, я живу в Убекистане, нет. Извините, пожалуйста, я предупреждал, что за границу я отсылать рыбу не буду. Добрый день, хочу пару цитроновых цихлозом. Хорошо, участвуйте. Так, Кирилл Лаврененко, спасибо, вы лайкаете практически все мои видео, вам спасибо, но в данном случае мы вас удаляем. Так, хочу пару малышей скатов. Губа не дура. Хотелось бы астронотусов. Ну да, мне тоже бы хотелось 3 миллиона долларов. Так, удачи, бро, и вам удачи. Хочу малышей моногуанских цихлозом, оставляем. Картошку всю выкопали. Вообще уместный комментарий. Так, я очень хочу... Так, опять Эмиль. Эмиль, ну при всем уважении, извините, пожалуйста. Так, здравствуйте, не пробовали разводить цихлоцелярис? Удаляем. Цитронов хочу много. Хорошо, будет вам много цитронов. Но опять же, хочу цитронов много. Ну, даже не знаю. Если удалю, человек может обидеться. Но я же просил конкретизировать. То есть, малышей, взрослых. Ну, давайте я оставлю... Хорошо, я оставлю этот комментарий, пускай будет. Так, хочу малышей цитронов, оставляем. Хочу пару цитроновых, оставляем. Сколько халявщиков собралось, бла-бла-бла, удаляем. Так, хочу пару цитроновых цихлозом. Добрый день, хочу малышей моногуанских цихлозом. Так, не удаю, это лишнее удаляем. Так, Савин Дмитрий, хочу пару цитроновых цихлозом. Ну, вот это вот и будете участвовать. Далее, много чего хочу, да некуда. Соболезную. Хочу пару цитронов, хочу кубинцев, хочу пару цитронов. Так, опять же, два комментария от одного пользователя, Тарас Партер. Так что, Тарас, вы будете участвовать только в розыгрыше кубинцев. Второй ваш комментарий я удаляю для того, чтобы было честно по отношению к другим. Игорек, опять твой комментарий, опять его удаляю. Хочу цихлоцелярис, а можете не одну, удаляем. Так, Юрий Прицкий, хочу кубинскую цихлозому, хочу моногуанскую цихлозому, опять же два комментария, второй удаляем. Так, еще раз Юрий Прицкий, пара цитронов тоже удаляем, оставляем только один комментарий. Так, зоомагазин «Амфибия» не востребованные у вас, ну, это у вас, а у нас все хорошо. Пила. Малыши с катом мотора, да. Так, и что? И значит корнет. Ага, ну все, и корнет. Молодец, хочу аквариум на 2000 литров. Все, друзья, все лишние комментарии я удалил. Что ж, давайте приступим к розыгрышу рыбки. Я копирую ссылку на видео, вставляю ее в рандомайзер. Поехали! Тоже нам сейчас попадется. Итак, ты-дым, Юрий Парицкий, хочу кубинскую цихлозому. Юра, я вас поздравляю. Кубинскую цихлозому вы получите. Кубинскую цихлозому вы получите. Обязательно со мной свяжитесь до 10 декабря. Поехали дальше.
Так, следующий победитель у нас... Та-дам! Артем Коломиец. Хочу пару цитроновых с охлазом. Артем, я вас искренне поздравляю. Вы выиграли пару шикарных цитронов. Но есть небольшой нюанс. Артем, если вы не с Украины, приз этот вы получить не сможете. И рыбка останется до следующего розыгрыша у меня. Так что я сразу предупреждаю, друзья, чтобы потом не было, ну, скажем так, глупых вопросов. Значит, Артем, еще раз вас поздравляю. Вы выиграли пару цитроновых цехлозом. Поехали дальше. Вова Лиценко, хочу пару цитроновых цехлозом. Ну что ж, Вова, пара цитроновых цехлозом выиграна уже, так что мы крутим дальше. Хочу малышей цитронов, маскат Кажмемуратов. Ну, вот вы знаете, честно вам скажу, я искренне надеюсь, что этот человек живет в Украине, потому что маскат, если вы не живете, я надеюсь, я правильно произнес имя, если вы не живете в Украине, то ни вы, ни кто-либо другой этой рыбки, к сожалению, не получите. Но в любом случае, если бы вы жили в Украине, я надеюсь, что вы в ней живете, то я вас искренне поздравляю. Итак, взрослая пара цитронов у нас уже есть победитель. Малыши цитрона у нас есть победитель. 5 кубинцев у нас уже есть победитель. Остается разыграть еще 5 кубинцев и одного красивого манагуанца. Поехали! Евген Щербина, малька кубинцев хочу. Евген, я вас поздравляю, вы стали обладателем 5 красавчиков кубинских цехлозом. И остается у нас манагуанская цехлозома, давайте определим победителя. Тарас Партер, хочу кубинскую цехлозому, но, к сожалению, уже все, кубинскую цехлозому мы разыграли, едем дальше. Вадим, к сожалению, цитронового уже нет. Но вы знаете, что мы сделаем. Если цитроны кто-либо не заберет, то вот те люди, которые здесь попадали в розыгрыш, получат ее вместо того человека другого. Ну, то есть я имею в виду, если кто-то из победителей не проживает в Украине, либо у них очень маленький аквариум, то все те люди, которые вот сейчас попадают в розыгрыш, но уже как бы рыбка разыграна, будут иметь возможность получить эту рыбку вместо победителя. Ну вот сделаем как-то так. Я думаю, это будет максимально честно. Поехали дальше. Все-таки будем искать обладателя манагуанской цехлозомы. Крутим. Павел Шатров, Андрей, привет, хочу кубинцев, к сожалению, Павел, кубинцев уже нет. Но опять же, у вас еще остается небольшая надежда на то, что вы можете выиграть эту рыбку, если не получит ее победитель. Едем дальше, все-таки нужно нам разыграть нашего манагуанца. Итак, кручу-верчу, победителя увидеть хочу. Малышей цитронов, крутим дальше. Стасон Матвиенко, я вас поздравляю, вы выиграли подростка, уже не малышей, уже подростка, и, к сожалению, одного, потому что второго съела цихлоцелярис. Вы выиграли красавчика манагуанского, красавчика манагуанскую цихлозому, я вас искренне поздравляю. Итак, друзья, хочу еще раз поздравить всех победителей. Как и обещал, как и говорил, я ничего вырезать не буду, для того, чтобы вы увидели, что все максимально было прозрачно, никакой фальсификации, что все за один раз было разыграно. Значит, все победители, которых я озвучил в этом видео,
до 10 декабря этого года в обязательном порядке со мной свяжитесь. Если же вы не свяжетесь со мной до 10 декабря, то эту рыбку вместо вас получит кто-то другой. То есть из тех людей, которые попадали в розыгрыш. Либо эта рыбка останется, и я разыграю ее уже после Нового года среди подписчиков и зрителей канала. Что ж, друзья, спасибо вам, что принимали участие в розыгрыше. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Спасибо за то, что принимаете участие и активно себя ведете на канале. Спасибо за те лайки, которые вы наставите под этим видео. Желаю всем добра, удачи. И я надеюсь, этот розыгрыш был не последним. Я надеюсь, что мы еще будем разыгрывать, возможно, какое-то оборудование, возможно, еще какую-то рыбку. И те, кто не выиграл ничего, будут иметь возможность выиграть что-то интересное в следующий раз. Друзья, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока и до новых встреч!